У жителей Алтайского края появилась альтернативная возможность онлайн-записи для приема к врачу. Ранее, чтобы воспользоваться услугами электронной регистратуры, необходимо было осуществить вход в личный кабинет пациента на краевом ресурсе medrec22.rf, используя номер своего медицинского полиса. А теперь для входа в личный кабинет пациенту достаточно ввести пароль от портала госуслуги. В 2016 году услугой записи к врачу в электронном виде воспользовались около 600 тысяч жителей Алтайского края. Она является одной из наиболее востребованных в регионе. Теперь для входа в личный кабинет пациента не требуется каждый раз вводить длинный номер медицинского полиса. Портал госуслуги запомнит его при регистрации и передаст в интернет-регистратуру Алтайского края. Для повышения доступности и удобства пользования электронной регистратурой Минздрав Алтайского края улучшил функционал сайта. Кроме этого, для жителей края выпустил мобильное приложение «Медрек-22», позволяющее записаться к врачу в электронном виде с любого мобильного устройства.